Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим об эссенциях. Вновь. Завтра среда, 18 число, и с этого момента абсолютно все эссенции будут раскиданы на аккаунт. Люди долго ждали этого, люди долго молили об этом, но в итоге, как только закончилась гонка по Неолоте, как только дополнение уже начало идти к окончанию своему логическому, то разработчики, конечно же, сделали это. Вовремя, иначе не скажешь. Значит, получается так, что в тот момент, когда мы зайдем на какого-либо персонажа, и если на этом персонаже имеется эссенция третьего левела, то она будет раскидана на аккаунт, думали мы. Но в итоге придется ее еще и покупать дополнительно. То есть нам потребуется на это определенная валюта, уникальная, которая будет введена с завтрашнего дня. Называется дезинфицированное эхо Неолоты. С целью покупки одной эссенции нужно собрать 500 таких баджей, 500 штучек этой валюты. Но просто так она падать не будет. Перед этим нужно сделать немножко действий. Нужно, чтобы на вашем персонаже, на котором вы собираетесь лутать эту валюту, была хотя бы одна эссенция третьего уровня. Например, раскаленный тигель. По-моему, эта эссенция лутается достаточно просто. Какие у нас еще есть простые эссенции, давайте подумаем. Я даже и придумать-то не могу. По-моему, да, тигель — это самая легкая эссенция, там требуется всего лишь 70-й или даже меньше уровень ожерелья для того, чтобы получить его третьим левелом. Там просто серия квестов делается, и все на этом. После того, как вы получите эссенцию третьего уровня, вы начнете лутать валюту. Думаю, тут все просто и понятно, но имеется другой вопрос. Как будет лутаться эта валюта? С какой периодичностью, в каком количестве и все такое прочее? Эксперт, ты поела, ты сытая. Спокойнее веди себя. Посиди в комнате. Начинаем. Имеется список абсолютно весь, который предоставлен и имеется, собственно, абсолютно все, все источники, имеется количество, поскольку откуда падает. Прочитаю вам, и будете уже сами думать, сколько эссенций в неделю вы будете получать на своего твинка. Завтра среда, и в тот момент, когда начинается среда, начинается новая КД, люди, само собой, вскрывают ларцы еженедельные. Начнем с них. Еженедельный ларь эпохального подземелья – дает по 20 единиц валюты за каждый уровень наивысшего ключа. Закрыли 10-й ключик, получили 200 дезинфицированного эхо Неолоты. Закрыли 15-й, получили 300. Закрыли 20-й, получили 400. Еженедельный PvP-ларь дает 175-300 единиц в зависимости от PvP-ранга. Ну, наверное, там по 25 будет увеличиваться за каждый ранг. В общем, посмотрим завтра. Далее. Атака Черной Империи. 125 единиц. Атака Акиров, Аматетов, Богомолов и Могу будет давать по 75 эхо Неолоты. Жуткое видение. 50 единиц и плюс по 25 единиц за каждую выполненную дополнительную цель. 150 за полное прохождение видения. Дополнительная цель — это дополнительный квартал, дополнительно зачищенная зона. Задание посланника — 50 единиц. Это сундучок, который нам дается от какой-то фракции на 3 или на 4 локалочки. Выполняем, получаем 50 валюты. Все просто. Героический фронт — битва за темные берега. 75 валюты. Рейдовые боссы Неолоты — обычного или героического или эпохального режимов — по 10-25 единожды с каждого босса в неделю. Ну, то есть, получается, без разницы, в какой сложности убивать, получим мы лишь единожды эту валюту. Ну, интересно выглядит, окей. Кварталы рейда Неолота в системе поиска по 25 единиц. Теперь даже имеет смысл сходить в ЛФР и зачистить абсолютно полностью его. Там 4 квартала, да, насколько я правильно помню. Суммарно 100 штучек валюты. Выглядит интересно. Победа на случайном поле боя. 15-25 баджей. Далее, победа на рейтинговой арене. 10-25 в зависимости от PvP ранга.
Победа на рейтинговом поле боя 35 единиц базового и увеличивается в зависимости от PvP ранга. Также про миф плюс не стоит забывать. Прохождение мифического подземелья, которое открыто было с помощью эпохального ключа подземелья, будет давать по 3 единицы за каждый уровень ключа. Например, 45 единиц за подземелье 15 уровня, 30 за 10 и 15 за 5 левел ключа. В общем, посидите, поскладывайте абсолютно все эти числа. Я с экспертом на фоне тоже посижу, проведу беседу и математически абсолютно все рассчитаю, поскольку в целом можно лутать этих эссенций в неделю. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Желаю вам скорейшего получения всей этой валюты, чтобы вы купили себе самые лучшие эссенции, и все у вас было замечательно. Не забывайте про ссылки в описании. Берегите ноги. Иди сюда. Кто кричит так много? Не надо так кричать, ты же сытая кошка. Ну, красавица.